Сегодня я зашел в нашу студию и увидел, что здесь диван. Думаю, ну ничего себе, коллеги позаботились обо мне. Я же первый день после отпуска. Это всегда такое сонное настроение. А нет, оказывается, теперь в эфире каждый выпуск у нас будет гость, и он будет рассказывать много интересного. Кто же будет сегодня? Пока загадка, но совсем скоро узнаете. Лето продолжается, и пусть погода в этом году не радует нас на все 100%, но ведь главное, что сам факт поры отпусков греет душу. Я вот из своего вернулся заряжен, настроен и, надеюсь, смогу эту мотивацию передать вам. Всем деловое утро. В Японии технология искусственного интеллекта будет выявлять потенциальных преступников. Когда-то писатели и режиссеры только пугали публику роботами, которые смогут контролировать жизнь людей. Но теперь искусственный интеллект, кажется, по-настоящему начнет менять привычный мир. В Японии городские камеры с искусственным интеллектом будут предотвращать преступления до их совершения. Камеры будут находить людей с подозрительными повадками в поведении. Частое оглядывание вокруг, бегающие взгляд и так далее. Также камеры могут определять оружие. Известен срок запуска новой технологии. По словам чиновников из японской полиции, программа тестирования начнется до марта 2024 года. Кстати, в системе есть и функция распознавания лиц, но ведомство любезно сообщило, что ее выпилят с заботой о конфиденциальности. Если внимательно посмотреть на часы, то понимаешь, пора просыпаться. А с деловым утром сделать это гораздо проще. Сегодня вы узнаете много полезного. Как не откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня. Задача непростая, а ответ в нашей рубрике. Спорт объединяет многих жителей Пермского края. Сегодня дадим вам дайджест новостей из мира спортивных событий Прикамья. А также сделаем зарядку и про новости Прикамья не забудем. Просыпайтесь вместе с любимой программой «Деловое утро». А вы знали, что танцы способствуют выделению эндорфинов? Это гормоны радости. Они, кстати, улучшают настроение. Это может помочь избавиться от утренней сонливости или поднять настроение после плохого начавшегося дня. В целом, утренняя танцевальная зарядка является отличным способом начать день с положительных эмоций, улучшить физическую и эмоциональную форму, а также подготовить организм к нагрузкам. Вставайте и вместе с нами повторяйте простые движения. Всем привет! Меня зовут Алиса Волкова, и я преподаватель школы танцев Dance Life. Это рубрика CrossFit на канале РБК. Сейчас мы проведем небольшую танцевальную зарядку, которая взбодрит вас и зарядит энергией на целый день. Начнем! Первое упражнение – это вращение в плечах. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и вперед! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А теперь по очереди. Раз, два, три. Подключаем корпус. Пять, шесть. И назад. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Локти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И полностью все руки. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Второе упражнение – раскрытие грудной клетки. И побыстрей. И вперед, наверх. И третье упражнение – вращение в бедрах. Четвертое упражнение – шаг-точка. Раз, два. Руки вперед. И все то же самое – руки наверх.
И следующее упражнение – два шага и поворот. И раз, два, три, четыре, поворот, пять, шесть, семь. Поехали! Закончили. И следующее упражнение. Правая ручка наверх, левая ручка наверх и восьмерка. Раз, два, три, четыре. Раз потянулись, два потянулись вниз, вниз. Закончили. С вами была Алиса Волкова. Танцуйте, и жизнь будет ярче. На днях посмотрел интервью с ученым-нейробиологом, где говорилось, что все мы разные, и некоторым людям крайне необходимо получать стресс для хороших результатов. Это про тех, кто дотягивает выполнение задач до последнего и делает все в ночь перед дедлайном. Вердикт был интересен. Это не проблема, а лишь индивидуальная особенность. Но если это про вас, а вы хотите исправить эту привычку, есть хорошая новость. Главное – приложить усилия. Смотрите рекомендации в нашей следующей рубрике. В процессе анализа своей рабочей деятельности можно обнаружить себя за совершенно неважными и ненужными делами, ну такими как, например, скроллинг ленты новостей, просмотр роликов на YouTube, многочисленные чаепития и так далее. Причиной откладывания таких дел, как правило, служат две причины. Первая – это эмоциональное выгорание, когда у человека нет достаточных ни физических, ни психологических ресурсов для того, чтобы осуществлять свою деятельность. И второе – это прокрастинация. Это когда человеку становится эмоционально плохо, некомфортно, у него возникают какие-то чувства и эмоции отрицательные из-за того, что он совершает эту работу. Какие это могут быть чувства? Первое – страх неудачи. Например, человек боится то, что он проиграет, и поэтому откладывает свое дело. Второе – страх внешней оценки и критики, то есть человек боится показаться глупым. Это может быть вина, когда человек боится то, что он проиграет, и поэтому будут последствия для каких-то других людей. Стыд, когда человек боится проявляться как-то в обществе из-за того, что в детстве его стыдили, говорили то, что там сиди тихо, не высовывайся, и далее он уже свою жизнь проживает в соответствии с этой моделью. Перфекционизм – это когда человек понимает то, что он хочет сделать идеально, но он не может делать идеально, и поэтому он просто отбрасывает эту идею. Некомпетентность, когда недостаточно каких-либо знаний и умений, чтобы завершить свой опыт. Когда идея навязана кем-то другим. Например, мама в детстве говорила то, что быть врачом престижно, и человек выбирает свою деятельность, исходя из этого предписания. Также это может быть недостаточная мотивация, когда человек вообще не понимает, зачем ему это нужно. Какие же есть возможности для того, чтобы побороть свою прокрастинацию? Первое – это найти свою установку, которая мешает вам жить, и переписать ее в положительном ключе. В этом может помочь психолог или коуч. Второе – разбивать крупные задачи на более мелкие. Третье – составлять списки дел и каждому делу устанавливать дедлайны. Четвертое – отказываться от всего, что мешает вам осуществлять свою деятельность. Пятое – не брать на себя больше, чем вы можете сделать. Шестое – это реально оценивать, сколько времени вам понадобится на определенную деятельность. Седьмое – вознаграждать себя за каждое большое сделанное дело. Восьмое – делегировать часть своих обязанностей, если у вас есть партнеры или подчиненные. И девятое – ведите счет своих побед и поражений, потому что после каждого поражения ты все равно встал, поднялся, это тоже победа. Бывает такое, что причиной прокрастинации становится то, что была поставлена нереалистичная, абстрактная цель. В этом нам поможет сейчас техника Киров. В чем она заключается? Первое – нужно поставить цель таким образом, чтобы она отвечала следующим критериям. Первое – была конкретной, второе – была измеримой, третье – была реалистичной, и четвертое, чтобы она была ограниченной временем.
Далее нужно устранить все, что мешает вам двигаться к своей цели или к своему желанию. И третье – это придерживаться своего плана. Что же делать, если прокрастинация – это недуг вашего сотрудника? Ну, во-первых, нужно увеличить количество контрольных точек, разбивать крупные проекты на более мелкие проекты. Строгое соответствие бизнес-регламентам. Таким образом, при соблюдении простых правил вы можете сделать свою деятельность наиболее эффективной и достигнуть тех целей, которых хотели достичь. Отлаженная система связи с клиентами – залог грамотного ведения бизнеса и, соответственно, его прибыльность. Чтобы ни один звонок не был пропущен, чтобы клиенты не висели на линии в томительном ожидании, чтобы каждый звонок был зафиксирован, и все это стоило недорого, работая при этом как часы. Вашему бизнесу точно нужна современная телефония. О ней расскажем подробнее. Алло? Да, это вам в отдел продаж нужно. У них тот же самый номер, только единица на конце. Хотя давайте я вас сам попробую перевести. Повисите секундочку на линии. Извините. Так. Ага, двоечка. Вроде все правильно сделал. Ох уж эти АТС-ки, автоматические телефонные станции, если кто не в курсе. Такие встречаются в крупных компаниях. И не потому, что там большая структура, много отделов и специалистов. Просто АТС – это удовольствие, за установку которого нужно денег отдать, ежемесячно проплачивать и обслуживать. Я уже молчу о том, сколько места она занимает. Вопрос, разве в наше время еще не придумали более удобный, дешевый и не занимающий отдельного помещения вариант? Предлагаю для начала понять, с чего все началось. Старт истории коммерческой эксплуатации телефонной связи начался с использования ручных коммутаторов. Телефонист соединял абонентов, ориентируясь на таблички с фамилией или названием организации. С увеличением количества абонентов пришлось ввести цифровую нумерацию, что на некоторое время устроило владельцев телефонных сетей. Но с дальнейшим развитием абонентской сети штат телефонистов становился все больше, и ситуация требовала нового технологического решения. В принципе, ничего нового изобретать не пришлось. Идею самодействующего коммутатора, предзнаменовавшую эпоху автоматических телефонных станций, еще в 1887 году разработал и опробовал изобретатель Каэтан Масцитский. Более 100 лет его изобретение развивалось и модернизировалось, и только в наше цифровое время обрело новую форму – виртуальная или облачная АТС. Расскажу на примере услуги корпоративная АТС 2.0 от сотового оператора Теле2. Это услуга, которая позволяет организовать телефонию в офисе, при этом не покупая дорогостоящего оборудования и не заморачиваясь над его настройкой. Теперь все это можно делать через личный кабинет. Начнем с того, что у вашего бизнеса остается один номер для контакта, несмотря на то, сколько структур, сотрудников и отделов у вас есть. Входное окно одно. Позвонив по этому номеру, робот сориентирует, какую кнопку нажать, чтобы попасть к нужному специалисту, а дальше система сама соединит с ним. Знаете, нередкость такие ситуации, когда потенциальный покупатель хочет уточнить детали по стоимости товара. Например, находит на сайте номер одного менеджера, звонит – занято. Находит второго – снова занято. Ну а третьему он звонить даже не будет. Знаете, терпение – штука не безграничная. С многоканальным номером такой проблемы не возникнет. Он позволит минимизировать потерянные звонки. Трубку возьмет свободный сотрудник. В корпоративной АТС 2.0 можно настроить автоматическое распределение нагрузки между менеджерами и настроить правила очереди для клиентов. Если свободных менеджеров нет или рабочий день уже закончился, клиент может заказать обратный вызов или задать свой вопрос с помощью голосовой почты. Система ведет записи разговоров, имеет черные и белые списки, возможность установки коротких номеров и создания конференций внутри сети. А главное, в десятки раз экономичнее устаревших корпоративных АТС. И распространяется по форме подписки. Как по мне, идеальный вариант для малого и среднего бизнеса. Хотелось бы мне узнать, что бы сказал изобретатель Каэтан Масцитский, узнав, во что переродился его самодействующий коммутатор. Для чего необходимо покупать и надевать запонки, если есть обычные пуговки?
Ответ довольно простой. Запонки для мужчины – это особый атрибут, с помощью которого можно подчеркнуть хороший вкус, индивидуальность. Но тот, кто никогда не носил запонки, может испытать трудности с выбором. А мы эти трудности готовы превратить в полезные советы. Внимание к рубрике «Дресс-код». Запонки понимают и носят далеко не все мужчины. Это не обязательный, но очень элегантный элемент мужского гардероба. Запонки делают образ элегантным, торжественным и солидным. Надевая запонки на мероприятие, находясь в шикарном, красивом месте, вы будете символом солидности и статуса. Впервые запонки появились на руке в 17 веке. Тогда это было не только эстетично, но и функционально. Манжет скреплялся только ими. Пуговицы, как более удобный инструмент, вошел в обиход в 70-е годы 20-го столетия. А сейчас мода на запонки вернулась, особенно в деловом образе. Но, как известно, не под все рубашки можно надеть запонки. Первый вариант с французским манжетом, то есть вообще без пуговиц. Такие сорочки надеваются исключительно под смокинг. Второй вариант – венские манжеты. В них есть и пуговицы и петельки для запонок. Такие рубашки носят с фраком или просто под обычный пиджак. Итак, с сорочками разобрались. А что насчет видов самих запонок? Запонки можно выбирать под ваш стиль. Они бывают функциональными, классическими, либо экстравагантными. А тут нужно уже выбирать по форме, цвету и подходящему образу. Классика подойдет под любой образ. Функциональные запонки могут выполнять роль компаса или часов, что удобно. А экстравагантные, например, в виде гитары или игральных костей, подчеркнут вашу индивидуальность. Кстати, по стоимости запонки тоже бывают разными. Если вы не стремитесь приобрести аксессуар из драгоценных металлов с камнями, то рассмотрите стекло, оникс, сталь или титан. Тут главное, чтобы по цвету подходили. Должно быть соответствие с цветом рубашки. То есть, если выбирается рубашка голубого цвета, то подойдут запонки темно-синего цвета, либо черного, либо белого. Если у вас розовая рубашка, то в данном случае подойдут все серебряные металлы, а также стекло, белое стекло. На самом деле нет жестких правил пользования запонками. Носите их, когда хотите и где хотите. Единственное ограничение – это коллекция подходящих рубашек и, конечно же, бюджет. Будьте неотразимыми. Мы не всегда вправе выбирать среду, в которой живем, но способны выбирать собственные реакции. А сделать их более позитивными можно при помощи простого и эффективного способа. Он расписан в книге, на которую мы дадим краткую рецензию. Книга «Триггеры» о том, как формировать привычки. По сути, она о том, как стать тем, кем мы хотим быть. Она будет полезной для любого человека, который осознанно занимается саморазвитием. Триггер – любой стимул, который влияет на наше поведение. В книге рассматривается полный цикл работы триггеров и описан очень простой и очень ценный инструмент для изменений – техника ежедневных вопросов. Первое, что необходимо сделать – составить перечень вовлекающих вопросов по тем изменениям, привычкам, которые мы внедряем. Пример вовлекающих вопросов. Сделала ли я все возможное, чтобы узнать что-то новое на работе? Или сделала ли я все возможное, чтобы поддерживать контакт с семьей? Ключевое отличие конструкции вопроса – это его начало. Сделал ли я все возможное? А дальше во вторую часть ставим то, что важно для нас. Разница в том, что задавая вовлекающие вопросы, мы с вами не получим однозначного «да» или «нет». Регулярно получая «нет» на свои же вопросы, мотивация изменений так или иначе, она тоже сойдет на «нет». В вовлекающем вопросе мы задаем диапазон и оцениваем свои старания. Да, будут дни, когда мы выдаем максимум, а будут, когда мы сделали совсем чуть-чуть. Но ведь суть изменений не в том, чтобы каждый день идти по максимуму. Главный секрет успеха – это регулярность действий. В книге есть пример таблицы для отслеживания результатов. Предлагается ежедневно оценивать свои действия по шкале от 0 до 10. Это и есть ваш диапазон стараний. Это как личная шкала прогресса. Я эту таблицу заводила в онлайн с настройкой автоматических результатов за месяц. И это позволило мне, во-первых, видеть свой ежедневный прогресс, при этом избегая чувства вины. Ведь сделать что-то на единичку тоже нужно, и это тоже прогресс.
Второе. Это позволило мне наблюдать за собой в динамике. Ты видишь изменения в стараниях в течение месяца. И то, что я, например, делала на 3-5 баллов в начале, постепенно переходило на твердые 8-9 впоследствии. Ну и, наконец, это позволяет внедрять изменения экологично по отношению к самому себе. Важно не устраивать гонку. Она истощается временем, ну и результаты, соответственно, быстро аннулируются. Если вы хотите изменить свою жизнь, на протяжении длительного времени думали о том, что хотите что-то начать делать или делать что-то по-другому, то книга «Триггеры» однозначно вам поможет. Желаю удачи и выдержки на пути к вашим обновлениям. Что объединяет многих жителей Пермского края? Конечно же, любовь к спорту. Благо, спортивных событий в нашем крае проходит множество. И вот сегодня с дайджестом спортивных новостей к нам в гости в студию пожаловала мадемуазель Кристина Чигаева. Александр, доброе утро. Рада тебя приветствовать. И давай в это прекрасное утреннее взбодрим наших зрителей, расскажем, что же произошло. Ты будешь делать зарядку? Нет, зарядку я не буду делать, потому что я немножко сегодня не в форме, но давай сделаем это в следующий раз. А вообще я предлагаю начать с Амкара, потому что это команда, которая совсем недавно возобновила свой чемпионат. И в Серебряной лиге они играют в этом уже сезоне. И это вторая победа команды Ивана Черенчикова. Первая была в Челябинске, вторая – это Москва. Обыграли они Чертаново 2-0. Голы забивали Давид Попекян и Иван Матюшенко. Я смотрел хайлайты этого матча, и, по-моему, первого, как зовут? Попекян. Давид. Да, Давид забил самый красивый гол в туре. Ну, как минимум, потому что там залетело прямо, ну, очень красиво. Где был наконец-то Амкар начал забивать. А что еще важно, у команды поменяли газон. Теперь на «Звезде» 2000. На «Звезде», да, то есть у нас и «Звезда» 2005 там играет, и Амкар играет. И теперь у них новый газон, поменяли его впервые за 10 лет. И, может быть, это станет таким толчком, и команда таки выйдет в ФНЛ. Может быть, они ждали именно этот момент, когда у них будет он соответствовать всем нормам. Ну, благо, найдется свой Парамонов, да, 20... который в решающем матче забьет 2 гола. 20... Я был на том матче, когда Амкар входил в премьер-лигу. 29 июля, кстати говоря, Амкар начинает играть дома. То есть эти матчи были на выезде, а тут они будут играть уже первую домашнюю игру. Mm-hmm. Поэтому 29 числа против Липецкого «Металлурга». Поэтому все приходите. Поболеть за Амкар. Вход бесплатный, кстати. Свободный. Вход свободный. Вроде бы. Нет, по билетам. По билетам? Да. Хорошо. Вход по билетам. Запомните эту информацию. Что еще за новость? Продолжим дальше футбольную тему. И это будет «Звезда» 2005. Это наша женская команда. Единственная команда, которая есть в Перми. Когда мы говорим про «Звезду» 2005, тут надо многократные чемпионы России. Кто-то там вице-чемпионы женской лиги чемпионов. У них слишком много титулов. Вот так, да, у них очень много титулов. Ты, Саша, не запомнишь. Там очень много звезд. Да, в общем-то, они в выходные в 1/8 финала Винлайн Кубка России выиграли «Шор» Вахитовского района. Это команда из Татарстана. Звучит грозно. Да. И, собственно, что? Оформили они крупный счет 8-1, ага, и вышли в 1/4 финала Кубка. Да, а там татарские бабушки бегали против них. Какой счет? Еще 4-1. 8-1. Ну ладно, хорошо. Саша, в следующий раз я не только зарядка, я еще со слуховым аппаратом. Спасибо. Ну, еще одна важная новость. Она, конечно, не касается каких-то там результативных, спортивных, да, результатов. Это тема инфраструктуры. Да, в эти выходные, собственно, пятница и выходные, у нас в Перми был первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. Я думаю, некоторых фамилия может быть... Никаких шуток, говори серьезно. Да. Я боюсь. Азат Кадыров. Он посетил строительную площадку будущего крытого многофункционального центра, который на Гайдара 12Б. Объект возводится там при поддержке новой программы федерального проекта «Бизнес Спринт». То есть это частные инвесторы, им помогают, собственно, вот, от федерации и от местного уровня. Объект должен быть готов уже в этом году. Кадыров об этом сказал, что нужно постараться, чтобы в этом году уже у нас появился еще один спортивный объект, потому что в нем будут заниматься не только мини-футболисты, это будет тренировочная и игровая база для гандболистов пермских «Медведей». Ну, наконец-то хоть что-то для гандбола. У «Медведей» будет своя берлога, наконец, когда они смогут играть, потому что команды же выступают не только на российском уровне, они всегда еще и в Еврокубках выступали. Да, сейчас, по-моему, в азиатской какой-то лиге. Сейчас такая ситуация, что в Европу нам пока входа нет, но я думаю, что в ближайшее время это может измениться, а
инфраструктура нам в любом случае нужна, чтобы мы могли проводить крупные спортивные мероприятия. В Европу входа нет, но мы надеемся, газон-то не зря же меняем. Спасибо, Кристина, большое. Ну, а познакомившись с дайджестом событий спортивных, мы перейдем к событиям наступившего дня. Передаю слово своим коллегам из редакции новостей. Обзор новостной повестки далее. В студии Денис Пальчиков. Доброе утро. Каждый третий пермяк хотел бы работать на госслужбе. Опрос провел сервис «Суперджоб». Еще 47% опрошенных однозначно ответили, что не мечтают о подобной карьере. Работать чиновниками мужчины стремятся чаще женщин. Количество желающих стать чиновниками растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных. Средний возраст соискателя должности на госслужбе – 40 лет. По мнению пермяков, попасть на хорошую должность в госслужбе можно лишь коррупционным путем. По данным «Суперджоб», за год число вакансий государственной гражданской службы снизилось на 13%, а резюме стало меньше на 35%. 26 июля в Перми пройдет крестный ход, посвященный памяти преподобного Серафима Саровского. Из-за события в городе будут перекрывать движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Сообщается, что 26 числа с 9:30 до 14:00 в период прохождения участников крестного хода будет временно перекрываться движение всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на пересечении с улицами Революции, Полины Осипенко и Чкалова, а также на Комсомольской площади. Улица Василия Васильева от героев Хасана до Куйбышева, улица Первая Бахаревская до улицы Пристанционной. Улица Пристанционная от Первой Бахаревской до дома номер 38/1 по этой же улице. В Перми планируют продлить автобусный маршрут номер 71 до Перми 1. Временно он был запущен весной этого года в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Куйбышева. Сейчас автобусы курсируют от улицы Анвара Гатаулина до Октябрьской площади. В данный момент Гортранс объявил о проведении конкурса по отбору подрядчика, который будет обслуживать расширенный маршрут номер 71. Информация размещена на портале госзакупок. Планируется, что новый маршрут начнет функционировать с 12 августа текущего года. Автобусы будут курсировать от улицы Гатаулина до станции Пермь-1. Пока это все. Больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. Самый большой в мире кратер вечной мерзлоты, находившийся на Дальнем Востоке России, расширяется из-за глобального потепления. Ученые отмечают, что Россия нагревается в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир. При этом температура повышается в тундре, высвобождая парниковые газы из размороженной почвы, что ускоряет потепление. О глобальном потеплении мы слышим уже очень давно, просто пока не замечаем последствия. А они происходят где-то, хоть и далеко. Поэтому стоит начать привносить разумное потребление, хотя бы с эко-сумок. Нам несложно, а природе большой плюс. 25 июля, по данным Гисметео, в Прикамье преимущественно будет малооблачно, местами дожди. В Перми ночью температура воздуха будет держаться на отметке плюс 15 градусов, днем до плюс 23. На севере Прикамья ночью плюс 14, днем плюс 23. В центральных районах ночью плюс 13, днем до плюс 25. На юге ночью столбик термометра опустится до плюс 15, и днем будет 23 градуса выше нуля. Переходите по QR-коду, чтобы смотреть все наши интересные проекты и чтобы не пропускать свежие новости. Подписывайтесь, лайкайте наши посты, это важно для нас. У меня на этом все. Хорошего вам вторника. Еще увидимся.